down one night. Вот установили фронт, кастом гараж. Фронт полностью, ну, на турбину поставили. Потом размер точно не помню. Но фронт не маленький. Потом маслокулер поставили. Был родной. Поставили побольше. 14. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. 14 рядов. Фитники все армированы. Вот внизу как пошла. Здесь же не как у всех. Здесь турбинный впуск находится на одной стороне. Поэтому пришлось затрудниться. Пришлось, так сказать, попотеть, чтобы все прошло. Левый выход. У нас турбина не отсюда идет. Так, вон там. Потом еще тут получше засниму. Сейчас ключи. Дома там. Точнее, в гараже. Гараж закрыт. Пока места покажу вам то, что сделал. Вот снаружи интеркулер, маслокулер. А то, что внутри поставили, потом покажу вам. Так, машина стоит в гараже. Ну, на стоянке возле гаража. Ждет свое воскрешение. Всем до скорого. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Будет дальше видео.